За тонировку стекол автомобилистов будут лишать прав на полгода. Министерство внутренних дел внесет поправки на рассмотрение Госдумы уже в марте, сообщает «Известия». Согласно законопроекту, за тонировку первый раз водителя оштрафуют на 500 рублей, за второе нарушение сумма штрафа повысится до 5000, в третий нарушитель может лишиться прав на срок от 2 до 6 месяцев. Напомним, осенью прошлого года Госдума запретила сотрудникам полиции снимать номера с автомобилей с тонировкой.